Типа. Что вы тут кушаете? А? Что у вас тут есть? Отруби, да? Потом сечка кукурузная. Даже молоко есть козье у них. Они уже половину туда заходили вовнутрь, в домик. Идите, идите в домик. Вот. Им тут хорошо. Когда солнышко тепло, они греются на солнышке. Вот некоторые еще здесь остались. Высшая часть уже позаходили в домик. Что ты, Типка? А? Типа. Курочка. Курочка. Ну какая курочка. Вот такое мы им даем смесь. Отруби, макуха, кукурузная сечка мелкая. Такая в магазине покупаю. Вот они ее прям выклевывают. Потом козье молоко мама дает. И пить дает, и замешивает на козьем молоке. И творог, если есть, мешаем творог им туда. Вот так они у нас живут. Припеваючи, можно сказать. Типа. Вес у самых больших 3 килограмма. Вот такие тушки замечательные. Вкусное мяско очень. Совсем отличается от обыкновенного такого, как в магазине, конечно. Совсем другое. Вот такие дела, друзья.